Сегодня лично осмотрел пункт временного размещения, который у нас оборудован в общежитии техникума в Елизово. Вот, в нем сейчас размещается 17 человек, и мы готовы принимать здесь до 50 человек беженцев из территории Украины, ДНР, ЛНР. Условия созданы достаточно благоприятные, впечатления оставляют. Все те, кто размещены здесь, тоже довольны. Основная наша работа заключается в том, чтобы максимально быстро нашли достойные рабочие места и были трудоустроены, и уже в нормальную жизнь вливались те, кто прибыли на территорию Камчатского края.